В день жен мироносец состоялся епархиальный фестиваль колокольного звона «Кубанский благовестник». Еще ярче ощутить пасхальную радость и наполнить ее сердца смогли все, кто собрались в этот день. В храм Рождества Христова съехались начинающие звонари храмов Екатеринодарской епархии. Каждый из них лучший в своем благочинии по итогам первого этапа фестиваля. В начале мероприятия участники молитвенно прославили воскресшего Христа, а затем каждый конкурсант исполнил звон. Колокольный звон – это молитва без слов. Это молитва, преобразованная в звук. И во время этой молитвы, колокольного звона, звонарь остается наедине с колоколами, наедине с Богом. Между выступлениями звучали стихи в исполнении воспитанников Русской православной школы и прихожанки храма Анны Дмитриевны Березы. Мы родной нательный крестик, мы всегда с тобой вместе. Даже в ванной ты со мной, я плыву, борюсь с волной. Праздников праздник, Пасха Христова, вместе с весною вернулась к нам снова. Все торжествует, ликует окрест, Христос воскрес, воистину воскрес. Помимо этого, во время работы фестиваля был показан мастер-класс по звонарному делу, а любой желающий мог позвонить в колокола и приобрести начальные навыки. Выступление участников оценивало жюри, в состав которого вошли священнослужители, а также опытные мастера звонарского искусства. А все присутствующие были не просто зрителями фестиваля, но и также приняли участие в оценке. Их мнения были учтены официальным жюри. Победители получили памятные призы, а все звонари получили грамоты. Все награждены, отмечены, а самое главное, наверное, награда – это зрителям. Потому что мы стали участниками этого прекрасного колокольного фестиваля. Это эмоции, которые мы унесем, и радость, которую еще раз прославим в образе. И самое главное – в победе жизни над смертью Господа нашего Иисуса Христа. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос посреди нас! Есть и воля!